компания Евразия также участвует в перестраховании самолета и ответственности перед пассажирами. Поэтому в ближайшее время будет оценена стоимость ущерба. Но по предварительным данным стоимость самолета и стоимость ущерба по страхованию авиакаско оценивается в 100 миллионов долларов. И страхование ГПО перед пассажирами тоже около 100 миллионов долларов. Ну, по европейским лимитам лимит перед пассажирами оценится 250 тысяч СДР, или это около 390 тысяч долларов. Поэтому предварительная оценка по ответственности перед пассажирами будет в пределах 100 миллионов долларов. Многие компании перестраховочные участвуют в страховании этого самолета, и в том числе это китайские и европейские перестраховщики. Каждая компания будет выплачивать в рамках своей доли участия в перестраховании как и ответственности, так и страхования авиакаско.